Более 400 жителей Барнаула обратились в администрацию президента с просьбой внести поправки в федеральную целевую программу жилища. Многие из них годами ждут положенной квартиры. Накануне молодые семьи краевой столицы вышли на митинг. Они возмущены, что за последние несколько лет количество выдаваемых сертификатов на жилье сократилось в разы. В этом году всего 26. К слову, в крае в очереди на жилье стоит более 6 тысяч семей. При этом те, кто достигает 35-летнего возраста, по правилам программы, из нее выбывает. В этом году уже 520 человек лишились шанса получить свое жилье. Митингующие предлагают продлить предельный возраст с 35 до 40 лет, сделать отдельную очередь для многодетных семей, а также выделить дополнительную финансовую помощь из городского, краевого и федерального бюджетов. В ближайшие дни коллективное обращение будет отправлено в администрацию президента.